по каменных кругах, которые расположены в Гамбии. Это гигантские по своему числу сооружения, всемирно признанные, что наиболее концентрация каменных кругов в мире. То есть нигде в мире нет больше каменных кругов, чем в Гамбии и Сенегал. Официально там число камней в этих кругах приблизительно около 29 тысяч. В местности, где расположены каменные круги, около 30 тысяч квадратных километров на этой площади расположены. А самих каменных кругов насчитывают более тысячи, одной тысячи каменных кругов. То есть это действительно как бы наибольшая концентрация официально признанных каменных кругов в мире. Датируют данное место приблизительно официально от 3 века до нашей эры по наш век. Точно никто не знает, они так приблизительно датировали, как бы, но реально даты никто не знает. Средняя высота каменных столбов приблизительно 2 метра. Ориентировочный вес по официальной версии около 7 тонн. Ну, средний вес этих столбов, примерно каждого столба, примерно 7 тонн. Сами столбы в кругах имеют круглую либо многогранную форму. Как бы можно сказать, что люди, построившие их, были не примитивными. Там были специальные каменоломни. В этих каменоломнях обрабатывали камень, и которые, ну, вырубывали камень, и которые тащили на месте этих каменных кругов. Ну, какой-то неизвестный какой-то культ, религиозный культ. Очень интересное место, малоизвестное, мало кто знает об этих каменных кругах. Каменные круги приблизительно в 2016 году, ну, 2016-2017, получили статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Всемирно охраняемый памятник архитектуры, который охраняется законом. Советую посмотреть данное видео ради общего интереса, чтобы узнать, что есть в мире, вот какие археологические памятники. Как бы вообще построение из вертикальных таких глыб или столбов называют кромлех. Есть менгиры, есть дольмены, а это кромлех. Это стоящие вот такие вот вертикальные либо глыбы камня, либо столбы.